приятная атмосфера, опытные врачи, современное оборудование – все это характерные черты санаторно-гостиничного комплекса «Изумруд». Летом здесь завершили ремонт второго этажа медицинского корпуса, где создали условия для эффективного оздоровления пациентов. А на днях состоялось открытие обновленного третьего этажа, и почти в каждом кабинете теперь медицинские новинки. Мы обновили абсолютно все помещения, все лечебные кабинеты, вспомогательные помещения. 98% оборудования – это все новое. Появились ударно-волновая терапия, воздушная озоновая ванна, механотерапия на кушетке армед-кинеза. Есть ряд процедур, которые, на самом деле, ну, на мой взгляд, для нашего города, они, в общем-то, эксклюзивные. Ангелина – одна из первых пациенток в обновленном медицинском корпусе. Результатом кинезотерапии, которую ей порекомендовал врач, довольна. Говорит, что ощущение, как после массажа. Приятное, хорошее ощущение, натяжение позвоночника, прям отличное. Вытягивает, расслабляет мышцы. Врачи говорят, болезни лучше предупредить, чем лечить. С этим согласны и в компании «Фосагро». Химики ориентированы на профилактику различных заболеваний сотрудников, поэтому отдых и лечение в санатории – это один из шагов к хорошему здоровью. Наша задача – сделать так, чтобы собрать всю аналитику и сделать лечение превентивным, для того, чтобы в дальнейшем это уже было не устранение каких-то последствий, а чтобы работник мог своевременно получить качественные медицинские услуги и в дальнейшем жить полноценной жизнью. Не забывают в компании и о тех, кто много лет проработал на заводе. Находясь на заслуженном отдыхе, ветераны остаются в семье «Фосагро». Они также могут здесь абсолютно бесплатно поправить свое здоровье, отдохнуть и почувствовать себя частью компании. В каждом сантиметре этого прекрасного пространства, вновь отремонтированного, видно заботу компании о своих людях, что для нас, как для профсоюзной организации, немаловажно и первично. Символично очень, что в год семьи, и это тоже беспрецедентная мера поддержки, когда работник может отдыхать здесь со своей семьей. Лечение в санатории проходят не только заводчане и ветераны производства. Рады здесь всем балаковцам и гостям города. В «Изумруде» можно встретить отдыхающих из разных уголков страны, от Калининграда до Владивостока. Здесь к их услугам несколько десятков физиопроцедур, различные виды обследований и возможность получить консультации узких специалистов. Очень хорошо укомплектовали свой штат. И раньше, если у нас были врачи-совместители, то теперь у нас на постоянной основе работают целых 3 врача-терапевта. У нас есть врач-эндокринолог, невролог, кардиолог. Это тоже наши врачи, постоянные работники. Помимо этого у нас есть врачи УЗИ, врачи-гинекологи. В скором времени, надеюсь, появится врач-травматолог. База наша растет, и возможности наши тоже растут. Одновременно «Изумруд» может принять на стационарное лечение 185 взрослых и детей. Больше того, пациентам не обязательно проживать в санатории. Многие балаковцы, к примеру, приходят сюда к специалистам на прием, как в обычный медицинский центр, получают назначение на лечение и проходят необходимые процедуры. Теперь восстановление их здоровья будет более эффективным.